Солнце, чистый горный воздух, настоянный на целебном аромате можжевельника, плеск волны Черного моря. Это уникальный Абрауский заповедник, сказочное место на Краснодарском побережье, между детским курортом Анапа и городом-героем Новороссийском. Все будто создано для хорошего настроения и беззаботного отдыха. Каждая минута, проведенная здесь, благотворно скажется на вашем здоровье. А если отдыхать вы будете в пансионате «Звездный», то космическое самочувствие вам обеспечено. Пансионат создан для отдыха работников ракетно-космической отрасли и членов их семей, и для послеполетной реабилитации космонавтов. Современные корпуса с двухместными номерами. В каждом – кондиционер, холодильник, телевизор. Есть и номера из двух комнат. Но жаль проводить время даже в номерах повышенной комфортности, если так и манят к себе летнее кафе с бильярдом и караоке. Уникальный плавательный бассейн, в нем можно проводить даже олимпийские соревнования. Спортивные площадки и тренажерный зал, в котором есть все условия для профилактики и лечения костно-мышечной системы. Особо притягивает удивительная красота гор и Черного моря. Манит прохлада лиманчика. Так называют здесь небольшое озерцо с пресной водой. Совсем недалеко настоящее озеро Абрау-Дюрсо. Это жемчужина заповедника. По красоте оно не уступает знаменитому озеру Рица в Абхазии. Зеркало его вод отражает голубизну неба. Абрау-Дюрсо – название и поселка в 5 километрах от пансионата. Здесь находится завод шампанских вин. По приказу князя Голицына еще 1,5 столетия назад в удельном имении российского императора Александра II стали высаживать элитные виноградные сорта. Позднее был построен и винный завод. Шампанское поставлялось только для царского двора. Сегодня продукция завода известна далеко за пределами России. Еще одно место, которое отдыхающие с удовольствием посещают – винный завод Мысхака. Это название переводится с адыгейского как «мыс, уходящий в море». Ласковое южное солнце словно купель, в которой рождаются известные всей России вина. Со времен Древней Греции в этих местах растили виноград и давили вино. Об этом говорят эти амфоры и чаши для вина. Впечатляет и коллекция наград виноделов. 9 гран-при, 43 золотые медали и множество серебряных и бронзовых. Недалеко от пансионата «Звездный» город-герой Новороссийск. Знаменит он не только как крупный морской порт, но и как город боевой славы моряков-черноморцев. Экскурсия в курортный Геленджик позволит побывать в дельфинарии и аквапарке. «12 звездных дней и ночей ждут вас в пансионате «Звездный». Отдых здесь подарит вам космическое здоровье и отличное настроение. Солнце, Черное море, чистый горный воздух ждут вас.